Вы понимаете, какая история? Чему я учу своих учеников, своих студентов? Я всегда говорю, придет мысль, запиши. Второй раз мне пришлют. Я все записываю. Я этому учу своих студентов, своих учеников. Все время писать. Я все время пишу. Я или пишу, или рисую, или пишу музыку. Но у меня много занятий. Я все время занята разными вещами. Но мне как-то, может быть, повезло, потому что вначале как бы, я ходила в Дом пионеров, городской Дом пионеров, улица Стопани, дом 5. Это был кладезь на самом деле. Это был источник, это было гнездо искусства для детей. Там можно было писать стихи, там можно было рисовать, там можно было петь. Я пела в ансамбле Локтева. Даже забивала что-то, было дело. Вот. И для меня вот все эти занятия, рисование, пение, сочинение из детства. Вот сейчас что-то исчезло. Не учат детей только за деньги. А раньше это было обязательно. Обязательно.